Ну и так мы в Аленбрее и будем двигаться опять в сторону империи. Так, посмотрим, что там замок Киллердан. Все, уже осаду сняли. Ну, проедем около замка Киллердан на всякий случай. Посмотрим, что там. Поедем, наверное, поищем наших любимец по дороге где-нибудь. Что они там? Уже нас собирали пленных, красивых, здоровенных. Пофлиртуем немножко с соблазнительницами. Они нас немножко пособлазняют. Стоп, это бы кто? Ну ладно. Бежал, значит, ему повезло. Вот они. Ха, красавицы. Наемный воин, ферсвенская дева меча, Хусхарл, имперский рыцарь, благородный дегенер, новобранец, равенстернский сквайр, смотритель и горец. Так. Пендерский легкий. Молодой искатель приключений. Так, все, ну да, да, сейчас мы на них нападем. Соскучились мы. По вашим похотливым телам, которые стоят по 300 с лишним копеек. Сейчас мы их набьем, этих похотливых тел, и продадим. Должен, шо? Я решил, я прославить буду, воспевать ваши подвигу вот доблестность. У меня уже Да иди ты уже, хорошо. Прям. О, то там еще банда одна. Стоп. А у этой банды 171 пленный. Имперский рыцарь, бронированный наемных воинов 61. Леди Валькирия, если бы было где-нибудь их оставить, а? Я бы сейчас себе такую армию насобирал бы, конечно. Нет. Эти пусть пока бегают. А вот этих мы сейчас, конечно, приговорим. Что ты прыгаешь по той карте? Мы пойдем там, повоюем, потом этих догоним. Hail, Atlantis, come. Да. To deck my привет, привет. You shall greet the Lord of Death. Как долго мы не виделись. И нахрен нас мы встретились. Ха-ха. Я знаю нахрен. Сейчас мы вас будем любить, соблазнительницы. Так, лучнички. Лучнички. Рассвет оточится. Пиху. Опа, значит так, конница. Атаковать, сесть верхом, пехота атаковать. Все. Это какой походный пункт? Доспешно. Шо мы там? Ни одной соблазнительницы. О, вот она, вот она. Вот она соблазнительница. Вот она соблазнительница. А, не, это тоже не соблазнительница. Это все усадочки. Так, лучники, лучники, не стрелять, мы идем за добычей. Биту, 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 пока я дойду, уже там некого будет добывать. Нет, тут есть, тут есть. Давай, флаг. Может, все-таки сэра Алистера уже посадить на лошадь?
Попробую. Все равно он один остался, по-моему. Еще и этот. Тап, чтобы выйти. Продолжить. Угу. Копейщик, дервиш какой-то, кавалеристка. Нема, никого не взяли в плен. Так, ну ладно, посмотрим. Значит, имперский рыцарь возьмем. Легионер новобранец. Возьмем благородный. Кавалеристки возьмем. Сквайр возьмем. Смотрителя возьмем. Дева меча возьмем. Кускар возьмем. Мне осталось наемных воинов взять. Есть бандит еще есть, воитель, горец. Нет, наемных воинов беру. Все, еще кого-нибудь. Воитель, бронированный пикинер, рекрут, охотник, имперский пикинер, воин красного образа. А, вор. Вор. А у нас есть вор? Чтоб ему компанию какую-то. Поклонник, воин, наемный, пендерский бронь. Воитель, горец. Воитель, бандит. А ну-ка возьмем бандита. Да, вот бандита я возьмем. Все, готово. Управление инвентарем. Ну тут, короче, такой инвентарь, который мы продадим. В общем, чахлый, серый, шапка треснутая, драная. Так, назад, уйти. Ну, наверное, все-таки мы... Сейчас я переведу, попробую. Да, иди, хорошо. Все это хорошо, что вы прекрасно... Сирен нравится Эдис, Эдис нравится Сирен, это все хорошо, это все замечательно. Наемный сержант, наемный воин, наемный мечник, воин культа, воин кобры. Кто там у нас? Кавера, поговорить с тобой, Кавера. О твоих навыках, 18 силы. Сильный выстрел, четверочка, стрельба из лука. Готово на ваше снаряжение. Дробящий стальной полекс. Так, ну что ж, посмотрим, неважно. Да, давайте посмотрим на сэра Алистера. Поговорим с ним. В ваших навыках, сэр Алистер. Готово. Ваше снаряжение, сэр Алистер. Укол 38 оглушающий. Да. Вот. Унес сэр Джоселин. Отличное. Блин, это самое копье двухручное. Тоже скорость такая. Ну, давайте попробуем. Дистрейра с темной малиновой попоной. Дадим сэру Алистеру. Увидим, что из этого выйдет. Сэр Алистер. Ты будешь конницей. Конницей. И значит, мы тебя где-то так. Ну ладно, пусть тут ты останешься пока что в такой позиции, да. Ну, поедем, значит, Сингал. Сингал продадим этих сингалийцев этих. Работорговцев продадим Сингалу, выходцев из Сингала. Это верно. Где-то там есть какой-то городской бандит. Наверное, тот, который у меня по карманам когда-то шарил, да? Ну что ж, я его не узнаю сейчас. Темно было. О, Дешар Дервиш, 280. Тоже нормально. Такой себе дервиш. Дервишок. Ну, он не такой себе. Не просто так. Ну, посмотрим, значит. Что там, сэр Алистер? На лошади. Если сэр Алистер, ну, я думаю, что нормально. 38 укол этой дубиной, и у него двухручная дубина, все. А то не успевают они. Все эти, как их называют, всадники, они быстрее убивают. Это пока добежит. Сейчас его начнут, это самое...
Пресвенское дело меча. Выше. Имперский рыцарь. Выше. Сейчас его начнут постоянно убивать, как Литл Дирана. Ренстерский сквайр. У нас есть где-то копье. Ну, а я его ставил в сундуке, это копье. Наверное, зря. Ну, если что, то если сейчас у сэра Алистера будет хорошо получаться, то значит... То значит, вернемся в Валенбрейв или где оно там, ну, наверное, в Ране это копье. Наверное, в Ране, аж в Ране. В Ране за копьем ехать. Для сэра Рейна. Сэр Рейн же у нас сейчас. С этими сэрами запутаюсь. Да, сэр Рейн. Пойдем сейчас побьем кого-нибудь. Уничтожаем. О. Это те ребята, которые гибельные всадники. Куда змеи Вальдеклер собрал свои компании искателей в единую армию. Ну, мы пойдем воинов куда змеи заодно бахнем. А шо нам? Рыцарь анаконды тут. Ух, рыцарь анаконды. Жестокий тип. Один. Воинов кобры тут. Кавалерийский есть. В общем, не важно. Нам главное их сейчас тут... Что там, шипеть будет? Да, букашка, букашка. Все, давай. Букашка, букашка. Конница. Верхом. Атаковать. Лучнички. Рассредоточиться. Пехота. Атаковать. Сэр Алистер. Уже оглушил кого-то. Молодец, сэр Алистер. А так в основном все убит, убит, убит. Так, лучнички, а ну держите здесь позицию. Спешиваемся и какого-нибудь тут любителя детей или кого на там, похитителя слонов, что на там. Не знаю, как эти банды называются, что-то их так много. Я все-таки быстрее оказался. Воин кобры убит ударом воина кобры. Вот так. Все. Всех убили. Вот воин культа змеи, городской ополченец и три воина кобры. Не так уж им это самое. Ну а что тут можно взять? Крестьянка, лесной бандит, имперский наемный воин, персвенский крестьянин. Ну или кавалеристку, или крестьянина. Может кого-то выкинем? Кавалеристка. Кавалеристки, сингалийский всадник, наемный сквайр, вековийский конник. Что у нас кавалеристка? Кавалеристка. Где она там, эта кавалеристка? А, искательница приключений.
Кавалеристка это будет искательница приключений, а нам надо бы, наверное, все-таки лучничков. Наверное, все-таки мы возьмем крестьян. Пендерский, че? Бандит. Да. Возьмем крестьян. Крестьян, да. А то. Управление инвентарем. Ну, тут инвентарь, только то, что на продажу все. Такого толкового ничего нет. Черное железное копье, тут погнутое, изношенное. Не очень мы, конечно, с этим делом. Идис переходит на 12 уровень. Все готовы к повышению. А, сквайр отступник, рыцарь отступник из дыша, рыцарь отступник из дыша вверх. Вот это все, кто у нас, наверное, повысился. Все-таки надо бы нам, наверное, было копье это забрать. И посадить еще сэра Рейна. Идис. Ну, поговорить с тобой, Идис. О твоих навыках. И, значит, можно тебе дать силы. Ну, атлетика. Атлетика, щиты, владение оружием. Сильный бросок, сильный удар. Что тебе? Стрельба, езда верхом. Атлетика, атлетика. А может тебе что-то добавить? Типа поиска пути? Да не атлетику. Стрельба из лука и двухручная. Иди с двухручная. То, на ваше снаряжение. 47-14, а тут 44-12. Так, так, так. Ну, что ты такой? Нормальный ты. Жилистый такой стрелок. Щит только тебе не нужен, конечно. И мы, наверное, его скоро отберем у тебя. Ну, такое дело. Ну, вот и все. Значит, объедем эту. А это кто у нас? О, культ змеи. 1102 воина. В строю. Не, мы объедем эту горку. Вот так вот. Может, найдем какого-нибудь этого самого. Ага. Как его называют? Легата. Для лорда. Брута. Угу, в замке. О, Кнудар захватили. Ах ты. Он уже празднует там. А, не, это Келеридан. Келеридан. А Кнудар это вот этот. Хорошо, хорошо. Может успеем. Ну, пока что я думаю, что нам по праздникам шариться рановато. Потому что, ну, не нужно мне сейчас это самое. Ихних баб, ихних там все. Турниры. Не надо мне это сейчас. Угу. Повышению. И Ансен повысился до 10 уровня. Ансен. Поговорим с тобой, Ансен, о твоих навыках. И, значит, интеллект тебе 14 я сделаю. И владение оружием у тебя двойка. И тебе пока что хватит, Ансен. А вот перевязка хирургии. Перевязка у нас есть там, да? И первая помощь. Вот что надо будет. Стрельба из лука и двухручная. Готово. Неважно, Ансен. Наемный скаут. Наемный мечник. Бандит. Наемник. Пендерский бронированный. Пендерский тяжелый. Крестьянин. Пендерский новобранец. Искатель. Сквайр отступник. Так, что там у нас? Мы хотим наемный скаут. Поговорить с тобой, наемный скаут. Расскажи мне о себе. 170. Хорошо. Так. Теперь а наемный скаут у нас превращается в кого? Наемного всадника. Наемный всадник. Поговорить с тобой. Расскажи мне о себе. 190. Можете идти. Наемный всадник у нас становится наемным сержантом. Так, где у нас тут наемный сержант? Наемный сержант, говорите. Расскажите мне о себе. 250. Хорошо, можете идти. Тогда у нас кавалеристка становится искательницей приключений. У нас пока что ни одной искательницы приключений нету. С чем сравнить нечего, да? Ну, это чтобы выяснить, кто, кого лучше брать вот из плена. Крестьянок или этих там наемников каких-то. Оба, лорд Кассий, попал. У нас стоп, а с кем это, кто это? Дешар из
Да сколько ж их там? А ну подъедем ближе. 560, что-то вроде. Так плохо видно вот эти сирени. Ой, 560. Грим пожиратель, реверант повшивой. Так, короче, не, мы сюда ввязываться не будем. Потому что, ну, получим, короче, по мусалам, да и все. Зачем нам это надо? Поедем вокруг Хитоса, тут съездим. Вот такое дело. Грим пожиратель. Тем более, что мне некуда девать этих людей всех. Некуда, просто тупо некуда. Надо что-то делать, захватывать какой-то замок. Я же говорю, что ну дадут, если что, деревню там какую-то. Если кому-то. Ну и что с этой деревней? Тут же ничего нельзя, не построить, управляться, заняться делом. Что там? Изменить, переименовать группу. Ну зачем мне переименовать группу? Управлять инвентарем вашего отряда. Так, изменить опции игры. Клыбылыков. Это уже изменял все. Когда-то я помню. О, это что у нас? Разобрали уже. На. Империю Бакус мы, конечно. О, вот они где все. Ха-ха. Лорд Леонус. Грабят деревню. А, тут такие всякие. А ну давайте-ка. Не шевелятся, грабят и все. Наемный всадник. Наемный мечник, наемный скаут. Наемный воин, наемный мечник. Пендерский новобранец. Пендерский легкий лучник. Все. Готово. Ну, я не знаю, их тут сейчас посчитаем. А, значит, 26 и 69. Это будет сколько у нас? Угу. 95 и 41. 95 и 41. 136 и 87. Ну, конечно, их не потяну всех. Они меня просто разгромят. Ну, съездим в сигнал, посмотрим, чем грабеж деревни кончится. Таверну. Так что, если сейчас, я говорю, что вступать в какую-то... Воин Пута Змеи. Воин Кобры. Городской ополченец. Ну, не на что тут смотреть. Так. Good day, my lord. Я не могу, короче, сейчас набирать людей. Угу. Да, они, конечно, у меня вот отличное турнирное кавалерийское копье. 22 оглушающие, скорость 61, длина 225. Укол 22 оглушающие. Ну, что тут укол по сравнению... с тем штукам, которые в руках у лорда Алистера. Ну ладно. Разные товары подкупим, разных товаров. За неимением лучшего пока купим это копье. Так, отряд. Ну, значит, сэр Рейн. Поговорим с тобой, сэр Рейн. О твоих навыках. Так, а что твои навыки? Ну, твое снаряжение, сэр Рейн. Вот твоя лошадь назад, возьми ее. И вот тебе турнирное кавалерийское копье. Сэр Рейн. Все, что мы можем сейчас для тебя сделать. На. Неважно, и сэр Рейн будет у нас тоже конницей. Конница. Все. Ну, то. Ну, вот. Значит... Было бы куда девать их. Ну, некуда, негде тут где приспособиться. Если еще вещи можно, какие-то сундуки где-то что-то положить, то это некуда. Ну, поедем в замок Кильридан, попробуем.
захватить. А если захватим, тогда уже принесем клятву верности кому-нибудь. Не знаю кому. Сорлену, Марлену, кому-нибудь. Не, наверное, все-таки Дешару. Потому что, ну, понятно, что Сорлена объявила войну империи Бакус. Да иди уже тоже. Все, все уходят. И что я должен делать? 270 воинов. Я только попробую. Угу. Атаковать всеми силами. Все. Лучники, рассредоточиться. Что-то эти дюки Кирасы себе не очень там поразходились такие же. Что-то они. Вот так, вот здесь лучники станьте. Или нет? Нет. Значит, за мной лучники. Пехота за мной. И конница за мной. Все. Поехали. С горы на гору будем перебираться. Лучников где-то выставим на горке на хорошей. И посмотрим, что из этого выйдет. Ага, все. Конница. Атаковать, сесть верхом, лучники. Держать позицию. Пехота. Атаковать. Лучники. Держать позицию. Сейчас меня выбьют. Сейчас меня убьют. Просто тупо убьют. И мы теряем вообще. Не знаю. Ну. Убивается страшно сила. Все, блин, я ее не заметил в этой серой этой самой массе. Да, нас убивают. Центурионы теневого легиона. Нас немножко потошнит. Твою мать, как плохо здесь управляется камера.
Да. Мы выходим из битвы, да. Продолжить. Выйти из боя. Выйти из боя. Убегаем, 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 убегаем. Да иди ты в задницу, придурок. Мы убегаем. Сейчас мы вернемся. Ты не переживай, сэр Алистер. Ага, ну сейчас поговорим с искательницей приключений. Расскажите мне о себе. 270. Искательница приключений. Не, лучше тогда уже будем брать кавалеристок. Так, наемный всадник, рыцарь-отступник, наемный мечник, наемный скаут. Ты не переживай. Мы сейчас вернемся. Мы вернемся. Мы обязательно вернемся. Потеряли там и не особо много людей, так, если так поговорить. Но сейчас мы валим в Дешар. Вот там есть Рафидбей. Сейчас они все побегут назад. А, не, они сейчас Рафидбей разберут. Хорошо. Сейчас все будет хорошо. Отряд. Ребятки. Где там наши эти любимые девочки? Ну где-то здесь же были, где? У них же там пленных было, красивых, здоровенных, вау. Да пошел ты, Мансурбей. Нашел он тоже. Вот когда я буду там поддан, и то я вряд ли буду слушаться всяких Мансурбеев. Ну где вы есть? А? Едем в Сингал. Кто верно в Сингал? Ah, yes, another dirty, reeking restaurant. How delightful. На торговую площадь. Назад. Разными товарами. Назад, назад уйти. Так. Ну и что мы имеем? 98 человек, да? 93 в строю. Ну, идет грабеж. Пришел грабеж. Стоит. Но я же не получу пленных, если что, да? Ну, Дюк Кирос. Hail! Who crosses my lands without my permission? Блин, я не хочу, чтобы они деревню грабили, потому что я не получу никаких пленных, а я хочу отобрать у него пленных. А я хочу пленных отобрать. Иначе у меня отряд, что ж у меня отряд. И этих сингалийских жуликов нигде нету, как их там называют. Соблазнительниц этих, мочалочки. Где-то они пропали, у них же тут было дофига этих самых
этот отряд мочалочек, у которых было много этих пленничков. Когда они уже эту деревню ограбят? Не переживай за эту деревню. Странница. Пиковийская охотница. Пендерский. Пендерский тяжелый. Хорошо. Я жду, когда они ограды, чтобы понять, что это этой деревни. Вот, а компания рыцарей, это кто такие? Закаты. Гулям заката, гулям рассвета. Сквайр, отступник, отъявленный Магнус Еретиков, заклинатель, поклонник, Нолдервойн. Это, конечно, не подход, не уйдет. А кого тут у них так много, что? Миньоны. И лесные бандиты. А куда они пошли? Они куда-то все пошли, слышишь? А я жду, когда они деревню ограбят. Они ушли все куда-то. Ну ладно, хорошо. Гулям заката. Ну пойдем гулямого заката ляпнем, пойдем опять замка осаждать. И они как раз все опять явятся. Не, ребятки, так просто не будет все. Так, давайте гулянем. Похоже, богиня за, да. Так, короче, давайте. Не будем мы это самое базарить. Незачем базарить. Так, все, да. Лучники, давайте. Рассредоточиться. Решаются они нападать, да? Конница верхом сидит. О, уже пидорские черные в бой вошли. О, нет. Конница. Атаковать. Пехота. Атаковать. Пендерских черных надо это самое беречь. Беречь, беречь. Кто-нибудь спину выстрелить ему. Не могу оторваться. Чё ты там, закат шмакался. Убили меня. Не. Ну давайте разъезжайте, старец. Гуляны, шмуляны. Давайте, давайте. Что у нас там с пленным? Всем пленным. Рыцарь заката убил пиковийского конника. Ну это что-то ездят тут утюги какие-то. Вперед давай. А, ну еле ножками лошадь перебирает его. И сам он такой же. Я бегу быстрее, чем он едет. Полудохлый бегу. Быстрее, чем он едет. Все, поубивали этих рыцарей заката. Продолжить. Гулям заката, этот гулям разгулям. Рыцарь заката, беженец. Что у нас там? Сэр Алистер. Так, отъявленного разбойника. Да берем. Налетчика Дешар. Берем. Сквайр черного сердца. Берем. Магнусы. Берем. Поклонники.
Берем, миньоны. Берем. Лесные бандиты, разбойники. Что лучше, лесные бандиты или разбойники? Да возьмем лесных бандитов. Значит так, всех этих ребят, Магнус. Да ладно, сейчас при это самое управление инвентарем. Хромой Гунтер. Классные такие у нас эти штуки. Почему хромой Гунтер, если они рыцари, у них хромой Гунтер, треснутый, зазубренный. Вот, ох ты! Уйти. Грабитель у нас ушел, вот пошел. Грабитель у нас ушел. Вот почему у нас так все плохо. Пендерский черный, низ. Это последний, как сказать, выше Магнус. Выше. Налетчик Дешар выше. Скоро расступник черного сердца, это чуть-чуть выше для Талдирана. Отъявленный разбойник выше. Так, лесные бандиты выше всех будут, выше всех вы будете. Отличные ребята, лучники, будьте выше всех. Вот так вот. Готово. Ну вот. И мы идем осаждать опять замок Кельдидан. Сейчас они все прибегут. А, там уже он в осаде. Блин. Я так хотел, может они за это самое бросят эту осаду, а? Сейчас посмотрим. Не, ну они собрались его осаждать серьезно, наверное. Леонус, Титус, Шмитус. Ну, короче, так. Значит, ну так вот эта серия, считаю, что не особо удачная. Не особо она удачная и закончилась. Угу. Получили мы по шапке, понятно, что нифига у нас еще отряд слабый. Можем мы только уверенно убивать отряды, которые слабее нас. Вот и все. Отряды примерно даже равные, мы уже, у нас уже проблемы. Так, Алиса, поговорить с тобой, о твоих навыках. 15 ловкости, значит, владение оружием тебе пока что не надо. И у тебя ничего нет, у нас все грабители, шмобители все поуходили. И вот что тебе дать, грабителя тебе дать. Сильного удара у нее нету. Живучести никакой. Ну что это за Алиса у нас? Ну это владение оружием. Что, а что ты ей дашь? Стрельба из лука. Все, готово. Я же говорю, самые такие, что у нас поуходили. Алистер, в ваших навыках. 28 силы, 21. Ну я тебе могу дать. Интеллекта тебе добавить. А что тебе интеллект на это даст? Первая помощь, конструктор, хирургия. Первая помощь и конструктор, наблюдатель. Поиск пути, четверка. Но нам нужен поиск пути. Ну да, ну нужен. Ну давай пока интеллект тебе. И мы тебе сделаем, значит, сильный удар. И поиск пути. На что делать, сэр Алистер? Вот так вот. Вот так. А то поуходили все вот эти вот, там кто у нас был, правда Дон же еще есть, а все эти поуходили, надо набирать еще людей. И медленно развивается этот самый персонаж, конечно. Да. Ну так, значит, надо подумать и решить, короче, что дальше делать. Это я все, конечно, уже подумаю, решу, и все это уже будет, конечно, в другой серии, да. А пока что все, да, все.